В 2016 году цены на вторичном рынке жилья плавно снизились на 5% и достигли отметки в 58 200 рублей за квадратный метр. Что же касается строящегося жилья, то здесь цены, напротив, выросли на 4% и с учетом элитных квартир оцениваются в 60 000 рублей за квадрат. Повышение напрямую связано с фактором себестоимости. По прогнозам экспертов, ожидать сильных колебаний цен в следующем году не стоит, так же, как и активизации спроса. Тренд на снижение стоимости жилья на вторичном рынке сохранится. Показателем уже, наверное, является декабрь. Вопреки ожиданиям некоторых, да, декабрь не настолько активный, как, возможно, хотелось бы. И как было в какие-то там, возможно, предыдущие годы. Считается, что в декабре, там, в преддверии Нового года все стараются поспешить. Но в этом году активность умеренная. Это говорит о том, что все-таки ограничения покупательной способности есть. А снижение ставок по ипотеке, оно уже немножечко, да, произошло. И, скорее всего, немножечко это будет продолжаться. Там, не глобально, но в пределах каких-то небольших процентов. Спрос на новостройки в этом году подогревала программа господдержки. Однако в 2017-м ее не будет. Скорее всего, тенденция на небольшое повышение цен на строящееся жилье сохранится. Единственное, что может толкнуть цены вниз, это ввод больших объемов социального жилья. Такая программа разрабатывается Госкомитетом Башкортостана по строительству.